Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами драйвер проходить эту гребаную миссию с бочкой, это и не с бочкой, а с как это называется-то. Ну, где? Сука. Короче, это. Бляха, мне писали в комментариях, типа, почаще сохраняйся. Ну, блин, ребятки, во время миссии не буду сохраняться, это по-любому, потому что, как бы, ну, это неправильно, да? Как минимум неправильно во время миссии сохраняться, если все хорошо складывается. Я буду сохраняться между миссиями, то есть, когда миссию уже завершил, тогда и сохраняться. Так, что тут у нас? Смотрим. Блядь, сука, опять увидел, да ты что-то такие зрячие, это пидорасы. Вот ублюдки, короче, здесь нереально на копа не нарваться, я так понимаю. Сейчас, короче, один раз попробуем. Не, давай еще один раз. Раз это мало. Сейчас, короче, вот этот раз еще попробую. Если не пройду, вот сейчас вот этот. Если не пройду, тогда, короче, короче, обрежу и попробую пройти, короче, дойти. Да серьезно? Спасибо, что в морду даете ментов. Спасибо, прям, ребятки, очень признателен. Не, ладно бы они одного давали мента, но они же двух дают, сука. Серьезно? Может, ты перевернешься, машинка? Переверните меня, пацаны. Ладно, давай еще раз. Не, ладно, давай еще раз, это не считается. Это не считается. Не, ну, а так тупо, конечно, вот я же говорю, что они в морду дают, просто мента дают в морду. Это неправильно, как минимум. И его еще хер минуешь, блин. Так, едем к следующему. Давай сейчас я попробую сейчас потихо. Вот едем к следующему перекрестку. Ну где? Сука, прямо. Ладно, едем к следующему перекрестку. Так, этот поехал туда. Ладно, мать его, так поедем сюда. Хотя, блин, проще за ним было бы ехать, да? Ну ладно, окей. Уже поехал, поехал. На быстро на перекресток нужно. А, сзади появился, хорош. Успею до перекрестка, наверное. Да ну нет, блядь! Ну как так-то, ёбаная в рот? Как они видят-то так далеко-то, сволочи так ёбаные. Ты смотри, еще один, блядь. Ай, да ну нахер, короче, ладно. Сейчас, короче, вернусь, когда запишу, проеду, тогда и вернусь.
сука! Нанай-най. Нанай-най, блядь! 19 попыток, 30 минут мне ушло на эту грёбаную, сука, миссию, блядь. Пидорасы, ёбаные. Я бы уже в серию записал бы. Нет же, блядь, я только начинаю. Пиздец. Это, короче, рандом. Очень сильно большущий рандом. Короче, там нужно ехать по правой стороне. Больше шансов проехать, чем по вот этих улочках. Потому что там шире полоса. Очень, ну, как бы, проще маневрировать. Вот. Блядь, у меня ещё-то... Алло, блядь! Дела совсем плохи. Хуёвые. Отвалиться отсюда. Парень, ты поможешь нам? Не знаю. Зависло всё нахер. Ой, кошмар это. Ой, это кошмар, это просто не миссия. Еще этот ящик рандомный, сука, то взрывается сам просто по себе. Просто едешь, он дымится, короче. Просто едешь прямо, он хуяк взрывается. Вроде, блин, не ударяешь его нигде, но, блядь, при этом он взрывается. Так, сука, тут надо сохраниться сейчас. И как всегда на время. Ну, первая миссия, она всегда на время. Так, как мне ехать лучше? Бляха! Так, направо, налево, ну, как обычно, блядь. Налево, направо, потом на ту сторону. Это просто пиздец, а не миссия. 19, сука, попыток. И уже было у меня где-то штуки с этих 19, штуки 3, которые победные были. Но, блядь, при этом, сука, у меня ящик просто взрывался на рандоме. Просто от чего-либо, от воздуха. Так, ну здесь нужно, я так понимаю, очень быстро, потому что... и вообще не понимаю вот этой полоски полиция. Вот не понимаю этой полоски... Вот смотри, вот она добавилась чуть-чуть. Вот смысл ее добавлять чуть-чуть, если... Или чем больше полоска, тем больше ментов будет, или что, на меня агрится. Потому что их там, блин, бывает блок, как, сука, поставят, это просто пипец. Главное, что ты только начал, вроде, только первый чувак, вот, ты только попался мент, вот только-только попался мент, и сразу же блокада стоит, сразу же после него. Это просто тут чистой воды рандом. Вот хочешь пройти миссию, и ищи вот этот, и играй, пока у тебя рандом не выпадет. Потому что по-другому, ну никак, сука. Чё стоим-то, блядь? Пацаны, чё стоим, у меня время. Блин, вот они же на меня сагрились, верно? Спасибо. Прикрыл. Красавчик. Но менты, конечно, здесь читерские, если честно. Они просто очень читерские. Ты как бы вроде объезжаешь его, да? Ну нихера ты его не объезжаешь. У меня есть 40 секунд, чтобы от него уйти. Ну хер-то я от него уйду. Блять, я от него ушел. Сука, только он за мной едет, пидорас. Спасибо, ушел. Быстрее, 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 быстрее. Так что хрен его знает. Так, вот по этим улочкам лучше не ездить, потому что здесь с ментом хер разменешься. Еще плюс очень сильно плотный трафик. Очень плотный трафик. Здесь не сложно, здесь просто как бы криво. Если бы они еще ездили, ну как бы, знаете, вот когда есть две полосы, если бы они ездили еще этот трафик гребаный нормально. Ну то есть как надо, по левой стороне, по правой, все, ты же знаешь, как они едут. А здесь рандом, смотри, один едет вот так, а один едет левее. Один едет правее, один едет херлее, блядь. Чё? А куда мне вообще ехать? Ух ты, бляха-муха. Хреначить хрен знает куда еще при ментах. Серьезно? Пацаны, ехать-то далеко. Ну, с ящиком это сложно было. 19 попыток мне ушло на это. Ну, плюс эти 3, что на записи. Плюс те, что 3 на записи, плюс 19 попыток без записи. Тихо. Нормально все? Ладно. Я думал, ко мне кто-то щемится. Дверь. Типа, пиздец, сейчас тебе будет. Все дела. Все, потихоньку, выходи, спокойно. Спокойно себя ведем. Так, ну, плюс это время мне не интересует, то, что оно в плюс идет. Мне вот это самое главное, что за время нужно там было приехать. Первая миссия всегда.
Ну, здесь как бы ментов не минуешь никак. Они все равно тебе дадутся, в любом случае, в морду дадут. Тут как бы не получится так, чтобы без ментов вообще проехать. Очень сильно плотный трафик, очень сильно много ментов, очень сильно много всего плохого, короче, здесь. А че я сюда поехал? Кто мне может объяснить? Да ухожу от хвоста, подожди ты. Хвост очень плотный, видишь? Ха-ха, промахнулся, сука. Нехера, блядь. Выебаться на меня тихо, а? Тихо, там машина! Угу. Тихо, спокойно. Не... Вот еще на... вот бывает иногда, как начнет ее колбасить, хер ее выровняешь, блин. Ты что так быстро едешь? Воу-воу-воу-воу, драйвер, тихо, спокойно. Че, ушел? Нет, не ушел. Там менты что-то пиндярят. Нормально, нету хвоста, пацаны. Выпрыгиваем нахуй. Свалили и пошли нахуй. Отлично. Хорош. Так, первая миссия, вторая миссия. Давай записю. Три миссии прошел. Хорошо, у нас есть время. Ну, блин. Конечно, вот эта миссия с ящиком, вот это очень сильно большущий рандомчик. Если бы там не рандом, было бы ну, быстрее. Но видишь, как бы сказать... Там по правой стороне лучше ехать, потому что дорога широкая, есть куда маневрировать от ментов и трафика, типа, как бы. А если ехать вот там по узким улочкам, там хер вообще куда-то впихнешь, там места вообще проехать нет. А когда они блокаду ставят, они еще так блокаду ставят, знаете, выбирают такое место, чтобы был слева столб и справа столб. То есть ты не объехал эту блокаду никак, только по прямой, блядь. Это они просто четко выбирают блокады. Я в шоке, просто интеллект зашкаливает. Ну что опять не так? Да, алло! Мистер Дэну? У меня ваш маленький друг Моджо. Скажи что-нибудь мистеру Дэну. Он блефует! Нет, я не блефую. Такой пери. Мы хотим 10 тысяч баксов за него и не хотим слышать, что у тебя их нет. Мы ничего не хотим знать. Нам нужно 10 тысяч баксов. Мы знаем, у тебя они есть. А если нет, ты их достанешь. Ха-ха-ха. Сначала мы поиграем в одну маленькую игру. Пойди, найди ящик с инструкциями. И поторопись. Если я устану ждать для Моджо, это будет плохой новостью. Ха-ха-ха-ха-ха. Блять, перевод, я в шоке. Ребята, вы когда переводили? Блин, вы слушали, что вы переводили, блядь, или нет? Ну это ж пипец. Ну это, ну блин, ну как, я-то понимаю, что типа раньше переводчики были такие, но ты когда переводишь, ты же должен послушать, что ты переводишь, и тебе понравилось это бы, блин, или нет? Вот то, что ты перевел вот это, это да-да-да, что-то, блядь, вообще пиздец какой-то. Так, я опять, на, у меня одна тачка всего, в первом городе и то у меня три было. Так, ты опять на время, да, куда ехать, налево, как обычно, ну окей. Нужно здесь... Плотность трафика уменьшить, и все, здесь проблемы в разы уменьшатся просто. А где трафик? Вот, здорово. Если здесь будет меньше трафика, здесь проще будет ездить. Потому что, ну блин, ну очень плотный. Тем более, вот ты вот так вот из-за угла вылетаешь, тебе нужно быстро вылететь. И там по-любому тачка будет. В морду тебе будет ехать. Менты, козлы. Тридцать секунд успеваю. Еще знаете, в чем прикол? Косяк в чем? В том, что ты едешь на полной скорости. На полной скорости. И когда в тебя едет в рожу мент. Вот так. Когда он тебе в рожу едет, он разворачивается и уже тебя сразу же догоняет. То есть он делает резкий разворот и сразу же тебя догоняет. То есть... похер, что ты летишь под 150 километров, а он в ту сторону едет. Ему насрать. Абсолютно. Он разворачивается, делает резкий разворот на 180 и сразу же тебя догоняет. Прикольно. Это прикольно. Нет, нет, нет. Они говорят, что напрямую звонить нельзя, Теннер. Телефон должен зазвонить на другой стороне здания Трансамерика. Моджо надеется, что никто не возьмет трубку, пока ты этого не сделаешь. Давайте без таймера и будет все нормально. Бляха-муха. Вот это жесть, вот это гонки. Ну это, конечно, знаете что? Так, опять на время. Если честно, меня этим не удивишь, потому что я прошел, знаете, какую игру?
Ой, блин, как же надо... Die Hard Trilogy, во. Вот, вот посмотрите, если кто хочет вот так просто чисто, блин, хардкора, реального хардкора. Вот Die Hard Trilogy, вот это на таксишке, это ебаные вот эти мины, блядь, кататься там. Там вообще трафик ебанутый, управление ебанутое. То есть там вообще без вариантов, там вообще тебе варианта никакого. Вот я прошел ту игру, драйвером меня, наверное, скорее всего, не удивишь. Что тут как что какие-то косяки, там вообще жопа. Там просто, знаете, жопа такая вот, такая большущая, такая нарощенная, наколотая, короче. Там все дела, ботекс, латекс, шматекс, что там еще есть, я хер того знаю. Ну вот же я. Музычка, конечно, очень классно подходит под стилистику, вот это вот город там, да, все дела. Алло? Так, ты на месте. Теперь доберись до золотых ворот. И еще, лучше поторопись, потому что телефон может зазвонить в любую секунду, а если Честер устанет ждать, это будет плохая новость для Моджо. Плохая новость. Сука, как можно было так смех криво переводить? Я в шоке, блин, просто это как? Как переводчики, когда переводят игры, они не слушают, что они переводят, или что им это нравится? Это жесть просто, это люди такие страшные вообще. Это реально люди страшные. Когда они переводят хуйню, ну то есть херово переводят довольно-таки, да? И при этом они оставляют это. Хер того знает, как это работает, ну да ладно. Че, можно тут поехать? Блядский мент. Сука, не успею. А я могу его обогнать потихоньку вот так вот? Я же не быстро еду. Ну, чуть-чуть быстрее трафика, но я же я могу его обогнать. Он налево поворачивает. А куда он хочет поворачивать налево? Сука! В смысле? В смысле ты меня спалил? А чем? Как он меня спалил-то? Что я сделал не так? Я же поворот сделал, все нормально. Ладно, поехали. Так. Трафичило, блядь. Да ему там пиздец. Вот, сука! Я же говорил, там всегда так. Так, ну теперь полиции нельзя на глаза попадаться, потому что будут агриться в любом случае. Вот я сейчас, повезет мне или не повезет, смотри. Блин, я не успеваю. Не повезло. Не повезло. Не туда поехал, надо было прямо ехать. Ну ладно, окей. Придется, короче, тут лететь. Быстро очень. Короче, мент и мент, похер вообще. Так, че у меня капот-то кривой такой, я не понял. Кто меня разбил? Кто мне мордофан разбил? Расквасил. Так, этот не заметил, хорошо. Отлично. Просто лучше бы его сейчас вот этого мента в морду давали. Не так, что я за ним бы ехал. Потому что я притормозил бы резко, пропустил бы его и все, поехал бы дальше. Вот так. И все. А так за ним, блин, кочегарить полчаса, блин, он едет как козел. Медленный, пидор. Ты проворачиваешь или нет? А чё я повернул-то? Можно же было еще прямо поехать. Ну ладно. Я просто что-то как-то... Так, это за мной, хорошо. Ушел. Смотрим спереди. Так, там мент, хорошо. Едем прямо. Вот сейчас главное не сагриться. Блять, за ментом, сука. Чё, колпак мой поехал? Куда он поехал? Блять, он направо, прикинь. У меня-то вроде время есть, как бы. Ничего, что я тут ебанулся. Чей красный свет, ты серьезно? Зеленый дай.
Успел! 99 миллисекунд. Но у меня рекорд 25. У меня рекорд был 25 миллисекунд на миссии. 29, смотри. Вот это красава. Ну бери уже. Пидор, не успел. Все, Моджо, капец тебе, яйца. 10 тысяч долларов, Теннер. И тогда только однажды мы с тобой потанцуем. Смени пластинку, малыш. А fuck you, тыкнуть нельзя? Говори. Эти придурки все испортили. Тебе повезло, что ты смылся, парень. Пригласи меня на обед, парень, потому что я знаю кое-что, что стоит парочки банкнот. Тебе интересно узнать? Я всегда считал, что я много чего знаю, и это оказалось правдой. Этот француз Костелли встречается с каким-то в костюме. Этот костюм зовется Хэнкок. Дон Хэнкок. Он работает в одном из офисов на западном побережье. А теперь вытащи-ка немного наличных из рукава. Ну? Что, хочешь еще что-то узнать? Ладно, есть такой чувак по имени Слейтер. Ты ему не нравишься, совсем не нравишься. Если ты хоть раз споткнешься, он будет знать, что делать. Так он говорит. Он говорит, что он с тобой еще не закончил. Так что будь крутым, парень. Ну, давай. Может, тебе еще цветочки с шоколадкой, а? Чувак. Подарить. И пригласить тебя в парк куда-нибудь погулять, на рыбок посмотреть или на фонтанчик, а? Сука. Сохранился. Подожди, телевизор-то, ну, не новый. Так, новая работа. Блин, вот это было жестко, конечно. Два целых, а что так мало, а что не 10? Мы планируем хорошую работу. Просто слиняй и избавься от преследования. Ты так благодарен Тому. Спаси его вместе с нами. Я благодарен Тому? Что за перевод? Ты так благодарен Тому, спасибо вместе с нами. Ну вот как можно было такое сказать? Ну как? Вы видели бандитов Гринджа и негритянского парня Лаки. Гринджа? Мы послали команду разобраться с ним. Мы ищем водителя, и я знаю, ты способен на многое. Мы планируем приехать на одной машине. Все будет клево, как в кино. Да похер. И вообще, как можно было такое сказать? Ну вот как? Ну вот объясните мне, вот как? Ну ты, блядь, переводчик, ты сидишь, читаешь текст, и ты думаешь, а, это нормальный текст, да? Типа, блядь, логики у чувака, блядь, мозгов вообще нету. То есть он бы не сказал бы, ах, что я за хуйню тут читаю сейчас, пацаны, вы что, ебанулись? И они сказали, да, действительно хуйня. Но он такой сидит, да не, нормально все. Че, все правильно. Просто пиздец какой-то, а не перевод. Лучше уже на... Реально, вот эти старые игрушки лучше на английском брать. Чисто оригинал. Лучше уже просто даже не знать, что они там пиздят, но просто это будет хотя бы красиво звучать, блядь. Ну не вот эта хуйня, которая пиздец. Физика здесь прикольная, блядь, Ментура. Эйс Ментура. Вроде ехать недалеко. Блять, красный! Серьезно? А если я вот так проеду? Видно... О, так можно? Ха-ха, серьезно? Менты, вам похуй, да? Что там я на красный проехал? Окей, спасибо. Буду знать, что лучше ездить по тротуарам. Успеваю, да вроде успеваю. Что там за зигзаг такой? Ну здесь мента нельзя давать. Пацаны! Ты чё? Так, а подожди, заезд где тут у вас? Вот тут? Ёб твою мать, парковка! А мне на самый верхний уровень, да так не успеваю тогда, конечно. Успеваю! А, жесть. Фух, вернись в мотель! А, окей, без-за этого. А чё, менты, да, сразу? Вернись в мотель. А хер ли я сюда приехал-то? Привет! А вы чё? А не понял сейчас. А чё они на меня сагрили? Эй, какого хуя они тут вообще стоят? В принципе, их же здесь не было. Ха-ха, прикольно. Так, как мне лучше поехать? Мне сейчас направо дёрнуть? Не, в принципе, давай поеду. Прямо до двух квадратов. Прямо вот так, прямо буду херачить просто. Чё у меня карта трясется? Ага. Ну все, мне уже можно щемать просто без оглядки.
потому что менты по-любому будут сейчас меня щемить. Да сука ты, еб твою мать. В принципе, можно не спешить, потому что у меня время-то идет вперед, а не назад. А можно сделать так, чтобы он потерялся нахуй? Ебать, вы серьезно сейчас? Блять, ты, класс, игра вообще красиво сделала сейчас. Просто шикарно сделала. Просто мента в морду дала. Пиздец. Еще один! Ой, там когда я груз возил, там вообще по три штуки давали сразу. Так стоит блокада, короче, сразу три мента. Ебенят. Сразу три. Тут машина слева. Нету, серьезно, удивляешь. Нельзя даже пешехода задавить к херам. Пошел ты нахуй, слышь. Вот, смотри. Не, нормально, тут нормально поставили. А там, короче, ставят... И вот этот... Я помню, объехал вот эту гребаную блокаду, и оттуда все менты сагрились на меня. Все менты, абсолютно. Вся блокада поехала за мной. Воу, нормас. Что-то ментов дохера, не кажется? Или это мне сейчас так кажется? Просто что-то за мной штук 4 или 5 их хуярит. Реально. Сейчас за мной дохера ментов, там вообще просто пипец. Блять. Тихо-тихо, потеряли меня, потеряли, быстрее езжай, Тачиндлан. Так, там мент, куда он, прямо поехал, нормально. Он исчез. В пучине глубины. Ну здесь нельзя мента давать, пацаны. Никак. Потому что я дома. Все. Отлично. Жесть. Вот это жесть. Да продолжить, короче, я на быстрее сейф сохранюсь лучше. А чё ты тут? Я дома вообще-то. Или ты дома это у себя? Я не пойму. Что, в чем прикол? Здесь не синхронизированные миссии какие-то. Он же дома или какого хера я приехал домой, но заставка идет где я, как будто бы в каком-то офисе. В чем прикол вообще? Не понимаю, сюжет здесь какой-то несовместимый, блин. Под угрозой. Ну хорошо. Я под угрозой или кто? Что нужно сделать? Стой, кровельщик, брахни его. Что? Бахни его. Хорошо, его нужно ебануть. Вот это тоже сложные миссии, потому что нужно знать, куда он поедет. Потому что он долбоеб. Я его въебал, Кать. А ты чё меня дергаешь-то, слышь? И это жесть. Меня просто трафик еле-еле ударил, но меня при этом развернуло в другую сторону. Окей, спасибо. А я то, что его въебал, в жопу ему насрать вообще абсолютно было. Так, ладно, ублюдок. Он едет прямо. В смысле ты не... Блядь, ты ёб твою, блядь, ты... Наебал, спасибо, молодец, красава. Наебал. Блин, не успеваю здесь на первом повороте его бахнуть. Ладно. Так, он едет прямо, все. Да он, сука, не прямо поехал. Ты что, издеваешься с меня сейчас или что? Чувак, ты реально, что ли? На нахер. Уезжай, блин. Чё за приколы, блин? Он ездит как-то неадекватно. Ну, чувак, ты неадекватный в натуре. Еее. Где он? Почему он туда поехал? Почему он сейчас туда поехал, если он хотел поехать направо, но я его долбанул, и он должен был поехать все равно направо? Или он рандомно ездит? Вот это прикольно. Он реально рандомно ездит. В смысле за 25 секунд? Еще ебануть за 25 секунд нужно, чё? Ну поверни куда-нибудь. Сучара, давай. Куда ты сейчас будешь ехать? Блять, 13 секунд, да я его не догоню, ты чё? По прямой никак.
Сука! Стоять, блядь! Фу, успел. Вообще жесть. Вот это на время я ненавижу вот эти разбивалки, потому что его хер догонишь, и он еще рандомно ездит. Вот это я дом. Твою задницу, Теннер. Так Теннер или Хренер, как его Дэну, блядь, то Дэну, то Тэну, то Хирену. Как тебя зовут-то по-настоящему? Джей слышал о Слейтере. Мы думаем, что его забрали копы. Мы видели, что осталось от его машины. Похоже, он слишком разогнался. Это не была работа. Хватит. Мистер Костелли не хочет, чтобы ты работал на кого-то другого с этого момента. Только на его людей. Понял? Здесь никому нельзя доверять. Город полон бандитов. Собирайся. У нас есть работа. Мы займемся собственным делом. Короче, я не понимаю здесь сюжета, если честно, въехать не могу. Потому что ничего не связано, абсолютно ничего не связано. Вообще ничего не связано, просто ничего. Просто какие-то рандомные миссии. Я что, уже в новом апартаменте, что ли? Нифига себе, у тебя банка лежит, слышь. Новая работа. Мне новую квартиру дали. Для вас два новых сообщения. Давай. Нам нужно такси. Ты достанешь его и доставишь нам за обычное вознаграждение. Плохо только, что это записывается. Смотри, чтобы никто не подслушал. Вот послушайте сейчас вот это сообщение. Вот просто послушайте. Нам нужно такси. Ты достанешь его и доставишь нам за обычное вознаграждение. Плохо только, что это записывается. Сука. Ну как такой текст можно было написать? Да вы дословно переведите. Просто дословно переведите. Это и то лучше получится. Ну как так-то? У нас появились возможности в деловой части города. Нужно быть осторожным. Парень Лаки собирается к нам. В Оке? А какой Оке, блядь? Давай, ладно, возьму это. Какой Оке? Чувак на Оке будет к вам собираться? Да нахер вы ему надо на Оке, блин. Его там на Оке не видно будет на дороге даже. Блин, перевод, конечно, да, отвратительный, согласен. Лаки для Дока. Да они даже не могли текст нормально перевести. Не то, что это... Ух ты, какая тачка! Смотри. Нифига себе, серьезно! Это... Ёб твою мать, зависла нахуй. Зависла. А вот так, если нет, зависла полностью. Пиздец. Короче, зависает у меня эмулятор на этом месте. Хорошо, что хотя бы видео записалось. Блин, а так бы видео вообще бы не вышло тогда. Короче, я когда доезжаю туда, у меня зависает эмулятор. Не знаю, может, версия такая. А объехать это место-то, я так понимаю, не получится. Короче, ладно, я протестирую в следующий раз. А потом, давайте на этом закончим. Вот здесь, на этой миссии остановимся. Прям вот так вот. Скажу всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Драйвер этот ебучий, короче, нормальный. Все нормально. Все, всем пока.